Приветствую, дорогие друзья. Рад видеть на канале. Выехали тут по мокрому снегу дорог старых поискать в лесу. Но пока что-то безуспешно. Лес недалеко от Москвы. Дороги где-то тут есть. Но пока тишина. Первая находка за час, наверное, хождения. Да, час бродим. Не считая пробок, копейку нашли. Пяу. Какой-то год. 65. Так что, ладно, будем бродить. Если что-то будем находить, будем показывать. Все. Итак, друзья, ходим, бродим. По карте, по Шуберту. Вот здесь она где-то проходила и выскочила две находки. Кусок колокольчика у Любы. И крестик вот такой интересненький. С под дерева. Патинка, я сейчас такие. Я такие не доставал еще. Но надписи какие-то такие старые. Уже старые. Более старые, чем. Попробую снять. Конечно. Дождь со снегом поливает. Ну, не поливает, но... Противно. На противное. Вот такой вот крест. Не знаю, кто знает, подскажите, мы не сильны особо в крестиках. Так что будем покрутиться вот здесь. Потому что просто тупо ломиться через лес уже надоело. Вот. Я тебе говорю, что я забыла. Ладно. С самого начала планировала это уже. Да, коп сегодня такой трудовой, конечно, тяжелый. По новому лесу лазит. Что вот этот дождь. Монеточка вылетела. Смех, конечно. Ну, и на безрыбье. Как говорится. Копейка, 65-й год. Как-то так. Так, налазились мы по лесу, поэтому... То ли лес пустой, то ли погода такая, хрен знает. То ли дед вредный. В итоге 2 копейки, крест вот этот интересный, и ножик столовый, потом покажем. Давай, нормальный. Все, сейчас, если чуть-чуть время останется, заедем где-нибудь, добьем день. Ну так, конечно, что-то не очень, если честно. Ладно, мы не расстраиваемся, мы вперед, только вперед. Ну так, переехали на нашу любимую полянку, да, брат? До братья. Машину поставили, какой-то сигнал. Я не понимаю, где. Какой это? Шняга, я же тебе сказал. Шняга? Шняжная? Шняжная. Вся в этой, в икре какой? Ну, бог с ним. Так, вот у нас сигнальчик, ВРП вывалился. Ну, походу, более-менее живая. Даже год чуть-чуть видно. Не так часто. Сейчас приближу. И орла видно. Такая вот штучка. Да, даже орлечка видно. Пойдет. Другое дело. Бутылочку? А у тебя бутылочка где? А, ну ладно. Так, еще 2 находочки тогда. Ну да, судя по всему. Фу, конечно, противная погода, а. Все нам не, слава богу. Жарко – плохо, холодно – плохо. Все. Тоненько-тоненько. Извиняюсь за кашель. Проклятые рубики. Да. Ну, понятно. И что у тебя там еще? 39-го?
снег пошел. Опять? Но это уже не дождь, это уже снег. А, ну, рамка обычная. Ладно. Да, такие унылые осенние пейзажи. Все это грязище, конечно. Закругляемся, находок с вами, конечно, немного, чуть-чуть буквально еще здесь походили, все, хватит. Ладно, сейчас сейчас покажем попозже, чуть-чуть что-то ковыряли. Смотрим. Смотри. Так, сходится. Все, что мы сегодня наковыряли, к сожалению. Сходится. Частички колокольчика. Несколько, ну, вот гнутый еще крестик. Ну, целый. Ну, сушка. Несколько советов. Полушка. ВР и ВРП, и все. Ага, зажигалка. А, ножик еще потом фотку приклеим. Да, и зажигалка такая. Прикольная, еще покажу. О. Бензиновую, что ли. Ну, это мой посмотрим. Вот такой вот сегодня незамысловатый поиск. Зато ВРП вообще офигительно. Ладно, на этом прощаемся. До скорых встреч.